Привет, дорогие друзья, вы на канале Катрина, это игрушка под названием The Glitch Attraction или Аттракцион Фазбира. Я так поняла, что эту игру собрались и сделали фанаты ФНАФа, поэтому обязательно оставлю ссылочку в описании на сайт разработчиков данной игры, где вы сможете с ней ознакомиться или скачать для себя, чтобы поиграть. Сама игра будет проходить в стиле Escape Rooms. Мне нужно будет заходить в комнаты. В комнатах будут головоломки, которые я должна решить. И одновременно с этим попытаться не умереть, потому что на меня будут нападать различные аниматроники. А аниматроники здесь должны быть с разных частей, начиная с первой. С первой по девятую, по-моему, так. Нажимаем play. New game. Вы точно хотите начать новую игру? Да, конечно. Выберите сложность. Casual или normal? Ну, я начну с casual, потому что, как бы, не являюсь профессионалом вселенной ФНАФа. Я сыграла только в первую и вторую часть. Кстати, для тех, кто ждет продолжения второй части, я там должна была пройти пятую ночь. К сожалению, этого продолжения не будет, потому что я случайно удалила игру. А проходить заново все ночи, это просто очень долго и сложно для меня, поэтому сори. Выбираем casual. Это мы на рабочем месте или дома? Комната стримерская такая. Чувак! Кейли. Кайл, наверное, какой-то. Только что открылся новый аттракцион Фазбира. Мой друг, бери свои вещи и приходи сюда. Ты должен это увидеть. Скидывает локацию. Только что отправил тебе локацию. Приходи сегодня ночью. Странно. Как бы в первой и второй части нам как раз таки говорили наоборот, что к закрытию нужно, чтобы никого не было в пиццаплексе. Иначе аниматроник хватит за жопу и все. И ты там навсегда остаешься. В виде призрака. Ну, а мы, конечно же, пошли. Как иначе? Было бы классно, если бы нам дали возможность уйти. Тут бы было бы две концовки. И тогда бы аниматроники пришли к нам домой с нами разбираться. Чего это мы на открытие не пришли? А, кстати, еще в ближайшее время я хотела устроить неделю хорроров, по-моему, в каком-то видео я говорила. Можете написать в комментариях игру, которую бы вы хотели увидеть в прохождении на моем канале. Но только обязательно это должен быть и инди-хоррор, чтобы мы с вами повеселились, сильно не напрягались, попугались, и все у нас было чики-пуки. Поэтому обязательно пишите. Так, уйти я не могу. Hello, user. Welcome to the renewed and redesigned Fazbear attraction. Так, меня приветствуют. Here, you will experience all the creepy stories made by lunatic haters. Мы прочувствуем прямо на себе какие-то creepy истории. 1987, where the robots come to life, a murderer когда runs роботы the place, пришли к жизни, and in the убийства какие-то. Do not link to the 2027 accident if you really think you are prepared for this journey where you may experience things such as fear, panic, injuries, extreme sweating, epilepsy, fainting, heart attacks, and their variations. Join us right now for a price of only $14.99. Pain will also make us not responsible for any of the symptoms mentioned before. Я должна заплатить 15 баксов за то, чтобы меня там попытались убить? Ладно, на. Thank you. Now, before I open the door for you, please give all your belongings to my maid in the other window. Чего? Я еще вещи должна отдать? Ты мне приказываешь? Нормально. Деньги забрали. Вещи забрали. Excellent. The door has been opened. Thank you and have a new great experience. Спасибо, конечно, но не от всего сердца, как говорится. Тип-менеджер. Встречаю своего лучшего друга в этом приключении, тип-менеджера. Невероятная технология, которая тебе поможет пройти через комнаты, бла-бла-бла. Хорошо. Lesson number one. Проверяй все подсказки, типс это, по-моему, подсказки, прежде чем начать уровень. Хорошо. Пытайся понять подсказки до того... Ага.
Попытайся понять подсказку до того, как переключишь ее на другую. Тут получается, еще перед каждой комнатой будут подсказки. Но это очень удобно. Check the background images. Проверяй имиджесы. То есть картинку, которую нам будут показывать. Feel free to look over the room. Ага, прежде чем начать, осмотри комнату. Начни играть. Это уже? Опа. Давайте зайдем. Меня же не убьют сейчас. Флексим. Ладно. Это аниматроники с первой части. Чикита. Бонита. Фредито. О, Фокси. Не скушаешь меня? Ой, и что так темно? Вообще ни хрена не видно. Гнида, что напугал? Так, флешлайт есть, хорошо. Fun time, pirate time. Тут, наверное, eating time. А у вас что, мистер? Party time. Я уже думала, die time. Так, ладно, хорошо, глазки открой. Если что, пойдешь на превьюшку. Или все пойдете на превьюшку. Бляха, представьте, мы играем, получается, за взрослого мужчину. Посмотрите, какие они здоровые. Ну, ладно, не стоит на возвышенности, но все равно. Вон мы этот, в писю дышим. Я в шоке, просто громадины. Спасибо, что не съели. Ой. Стало внезапно страшно. Так. Что-то загрузилось. Сохраняшка прошла, страшная музыка. Первая комната. А почему он такой стрёмный? Балун Бой, что с тобой случилось? Ладно, давайте почитаем. Шторки. Удерживай шторки, чтобы они были закрыты. А-а-а, это четвертая часть. Кстати, я хотела в нее поиграть. Там такие стрёмные аниматроники, прям страшные. У них зубы, они на монстров похожи, не просто на игрушек. Я хотела бы в эту часть поиграть. Ладно. Удерживай И или left click, это получается на мышке, чтобы надеть костюм на себя. Space, чтобы его снять. Или перестать прятаться. Это марионетка тут такая стрёмная, капец. А что за костюм? Ты костюм мой или нет? Ну, вроде никаких костюмов нет. Собери пазл, чтобы покинуть комнату до того, как закончится время. Вот пазл. Кубика не хватает. Золотой Фредди. Вы мне, кстати, за него писали, что он может появляться. Так, я могу на left mouse, походу, делать все. О, плакат из 9-го ФНАФа. Нужно было с помощью этого плаката открыть тайную комнату, где был игровой автомат.
замочки, рисунки. Очень мило. Ладно, давайте начнем. Ага, тут вот так вот будет. Ну, пока что норм. Вот это я обосралась, капец, game over. Я еще не успела ничего понять. Когда он, этот, начинает идти, flash him with the flashlights. Фу, мне надо дышаться, подождите, я начала заикаться. Он должен спать на своем стуле. Жесть. На него надо светить фонариком, хорошо. Мне нужно не просто ходить по комнате, еще оборачиваться на него, иначе меня схватят за жопу и сожрут. Я все поняла, в принципе. Сидеть. А, вот костюм. Пока что тут никого нет. Гнидыч. А чё он такой тихий? Капец, стрёмно. Ну-ну-ну, флешлайт. Тут пока что никого нет. Успею, 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 успею. Прям не лепесечка. Этот на месте. Ушел? Хорошо. Не ржи. Так, ну мне не хватает кубика. А, ящики тоже... Тоже можно открывать? Раньше времени вылезла из костюма. Жесть. Ладно, пробуем еще раз. Можно открывать ящики. Там, может быть, будут ключи.
Сиди на месте. Цыть! Пока что нормально. Это кто такие? Кто-то ржет. Не тороплюсь. Давай, 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 фонарик! Это что такое? Это получается галюны... Вот эти вот маленькие мишки устраивают? Я не знала. Фонарик, 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 фонарик. Ага. Спокойно. Не рыпайся. Я вроде бы все правильно поставила, разве нет? Давай, 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 давай. Ага. Вот этот вот звук означает, что он ушел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Успела, успела, фух. Теперь быстро фонарик, чтобы этот не рыпался. Ага. Один, два, семь, восемь, четыре, пять.
Ща не успею. Давай, давай, фонарик, фонарик, фонарик. Я не могу разговаривать. Что делать? У меня паника. Это следующая комната? Фу, ребята, капец. Вот это... Это жесть. Мне пока что так страшно, что... А, все? Мне очень страшно. Тут будет, наверное, Бонни, Фредди, Мангл. Вы меня научили всем этим названиям. Hi. А он мне сейчас ничего не сделает? Балуныч, привет. Ты только что был вообще не в форме, знаешь? Хотел меня сожрать. Капец, тут комната здоровая. Капец, звуки, только от звуков можно обосраться. Еще марионетка. Давайте почитаем. Можно использовать шкафчики для того, чтобы спрятаться. Use the crank to wind up Freddy Music Box. Нужно всегда следить за тем, чтобы шкатулка работала. Закончить пазл. И тогда я смогу уйти. А где пазл? А где пазл? Какой пазл? Какие-то символы, капец. Капец, уж сложно. Этот еще меня палит. Я не понимаю, какие пазлы надо делать, но давайте начнем, хотя бы посмотрим. Надеюсь, если я проиграю, не будет с самого начала. Она патрулит комнату. She can hear if you walk. Если она слышит, как ты ходишь, беги или используй фонарик возле нее. А, можно, получается, спрятаться в шкафчик. Тогда она тебя потеряет. А, можно еще использовать капкейк, тот, который под ногами у меня был, когда я бежала. Можно как-то его взять и использовать. Ну, как-то в первой комнате было все понятно. А здесь я пока что ничего не понимаю. Она идет сюда.
Я не успела встать. И мне снова дали по щам. Можно, получается, ее отвлечь в эту сторону и побежать туда. А там мы что-то сделаем с Фредди. Maybe. Внезапно. Hello. Кто еще? Надо пароль ввести, а где взять этот пароль? Так, Мангл выскакивает только в одном месте. Вот это вот. Или здесь тоже? За ними получается пароль. Фу, капец. Я еще так не пугалась во ФНАФе, честно. Если я слышу звук, нужно отходить скорее от этих вентиляций, в другую сторону убегать. Получается, за каждым манекеном будет символ. А в каком порядке тогда это нажимать все? Я поняла. Каждый символ означает, в каком порядке его нажать. Все. Вот это вот второе. Хорошо. Тут нет нигде. Гась, почему так сложно и страшно? Это ужас. Еще получается, символы постоянно меняются с цифрами. Одну я нашла. Циферку. А где остальные? Зачем мне нужна вот эта вот шкатулка? Пазл тут, наверное, имеется в виду с вот этими цифрами. Так, это уже 4, хорошо. Чика. Бляха. Hello. Возле балунца нет никаких цифр. Тут я тоже ничего не вижу. Чё это за звуки опять? Как она быстро бегает! Нет, пожалуйста, не убивай меня! Нет! Хай! Все, забыла. Тут нет никаких цифр. А,
подождите, может, чела нужно нажать? Теперь мне остается только ждать, пока она уйдет. Она же меня не видела? Давай, 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 давай. Там же была четверка. Бля, хочу делать. Шо мені робити? Вмерти чи жити? Ага, ни хрена себе, еще не все ящики открываются. Нет. Значит, это последовательность все-таки. Но где остальные цифры? У меня, может, повылазило, я не вижу. А, вот. Ага, зато Чика где-то слева. А нет, не слева. А в каком порядке эти все цифры нажимать? Я не понимаю. Пип-пип-пип. Пип-пип-пип. В эту сторону пойдешь? Нет. Два. Еще надо блокнотик, блин, записывать, какой последовательности правильно. Нет, нет! Шесть. Вот такая вот волна. Импульс. 5. Водичка. Какие-то новые звуки. Смотрите, еще раз пятерка. Типа два раза нужно будет 5 нажать. Но, по-моему, кнопки нажимаются по одному разу. Два. Вот это, вот это. А в какой последовательности? Чё с этим ничего нельзя делать? Это какой-то кошмар. Ладно. Раз уж отсюда мы начинаем, уже хорошо. Не нужно проходить первую комнату заново. Попытаемся разобраться уже в следующей серии, что мне необходимо сделать. Пока что я не понимаю, как сопоставить цифры со значками и в какой последовательности их нажать. Если у вас есть какие-то мысли, обязательно напишите. Потому что я ни хрена не понимаю. Мне просто страшно. Очень. Это не сравнится с теми частями, где мы сидим за камерой и следим за ними. Тут, блин, непосредственно физический контакт. И от этого прям жутко. Надеюсь, вам понравилось. Все плоды находятся в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.